Интересно, кто выше всех залезет на дерево и не испугается? Прокатится на американских горках с поднятыми руками и нырнет бомбочкой! Столько всего! Вы слышали? Давайте вперед! Друзья, мы не можем пойти. Нам надо обновить все файлы компании. Это займет целую вечность. Что? Нет! Только не в первый день лета! Ни за что, мы это проходили. Это никак нельзя откладывать. Прости, Джинджер. Ладно, тогда я придумаю другое летнее веселье. Ух ты, Джинджер сдался быстрее, чем обычно. Но он понял, что это бесполезно, вот и ушел. А, веселее! Сегодня мы заработаем кучу денег. Мы можем найти забытые планы для приложений, или старую квитанцию, или даже номер телефона. Да, Бен, это очень увлекательно. Старый документ, старый счет, карта сокровищ, старая квитанция. Стой, карта сокровищ? Том! Бен, Анжела, Джинджер, Хэнк, Говорящий Том и друзья. Как карта сокровищ попала в старые файлы компании? Я не знаю, почему она здесь. Эти файлы были здесь до того, как мы переехали. Знаешь, что говорят про карты сокровищ? Есть карта, есть сокровище. О, нет! Мы ни за что не отложим субботник нашей компании. Слушай, мы разбираем эти файлы, чтобы найти деньги. Давай найдем целую кучу, которая закопана где-то в земле, а? Стой! Надеюсь, ты не оставишь эту карту себе, да? Нет, но мы не знаем, настоящая эта карта или нет. Но если вы пойдете на поиски сокровищ, вы же возьмете меня с собой, да? Да, ты будешь рядом, чтобы я мог за тобой следить. А, да? Стойте! Вы все помешались на сокровищах! А? Вы не заберете мою долю! Простите, я бросил свои нарукавники! Это карта сокровищ? Вы выгнали меня, чтобы поработать, а на самом деле вы идете на поиски сокровищ? Бен? Ладно, мы все пойдем! Да! Вперед, друзья! За дело! Судя по карте, мы должны проверить верхушку того дерева. Это просто. Давайте наверх! Да! Ура! Не забудь сказать нам, что увидишь. Ничего не скрывай! Я пойду с ним, просто чтобы... Эй! Может, кто-то должен был остаться внизу и наблюдать? Наблюдать зачем? Террен! Я не часто такое вижу на утренней пробежке. Что вы там задумали? Ничего. Но вы ведете себя очень подозрительно. Я очень заинтригован. А что, нельзя залезть на дерево и выглядеть подозрительно? Ладно, делайте, что хотите, раз у вас дома нет аквариума для дайвинга. Нужно быть осторожней. Я знал, что залезу быстрее всех. И я нашел это. Вторая часть карты сокровищ. Это увлекательно и очень печально. Дядя, угадай, кто из твоих врагов нашел карту сокровищ. Нет, не он. Нет, его даже не существует. Да. Мы здесь. А это что? Шнурок? Не знаю. Но заброшенные парки развлечений такие жуткие. Он не заброшен, а просто закрыт по понедельникам. Значит, он заброшен. О, другие богатства! Эй, что вы будете делать со своей долей сокровищ? Хороший вопрос. У тебя есть лодка или вертолет? Думаю, нам нужно дополнительное место для сервера. Вернись! Мы тебе верили! Ну, хватит, Джинджер! Ты больше не ищешь нами сокровища! Нет! Перестань ругаться и смотри! О, там наверху еще карта!
Она висит между праздничными флагами. А как мы туда заберемся? Эй, Бен, сможешь включить эту штуку? А, что за вопрос? Конечно, смогу. Получилось! Конечно, получилось, друг. А теперь разгадаем эту загадку вместе. Давай просто заберем у них карту. Пусть сначала найдут сокровища, а потом мы его заберем. Зачем забирать чью-то мечту, если не видишь выражения его лица? Хороший бизнес-урок. А теперь быстрее! В машину! Именно столько шагов написано в карте. Это то самое место. Ищите сокровища. Уверен, оно будет отлично спрятано. Посмотри на эти шишки и на это дерево. У него дупло как будто создано для того, чтобы бросить в него шишку. Совпадение? Я так не думаю. О, нет. Именно поэтому взрослые не ищут сокровища. Можно заработать сердечный приступ. Вот это да! Вот это да! Ничего себе! Получилось! Теперь мы все богаты! О, нет! Лесной дух охраняет проклятые сокровища. Не похоже на лесной дух. Это... Дэрон! Я директор! Что? Вы не заберете наши сокровища! Ты так думаешь? У нас есть мегахвататель! Нет, нет, вы не можете так поступить! Мы снова проиграли! Несчастные неудачники! Стойте! Не стоит этого делать! Что? Отцепитесь от моего шара! Друзья, нет! Это опасно! Вы рискуете маленьким мальчиком! Мы не можем сдаться! Мы зашли слишком далеко! И слишком высоко! Сокровища не настоящие! Что? Я хотел с вами повеселиться! Я подложил ненастоящую карту в файлы, пока вы не видели! Но подсказки были по всему городу! Да! И в лучших летних местах отдыха! Ну как ты мог? Я хотел, чтобы все повеселились! Сегодня же было весело! Это было правда весело, да! Мне понравились горки! На этом шаре классно! И к тому же мы пропустили еще один субботник! Дэрон, сделай что-нибудь! Зачем ты здесь, если ничего не можешь? У меня идея! Я соскальзываю! Отпускаем руки на счет три! Что? Верьте мне! Так, раз, два, три! Что теперь, Бен? У тебя есть умный научный план? Не совсем! У меня отличный географический план! Мы летим над домом Джинджера! А-а-а!
Ух ты! Вот это начало лета! Эй, если все было понарошку, что было тогда в сундуке? О, там моя коллекция жуков! Получилось! Мы еще богаче, чем раньше, дядя! Сокровище Изос! Я слишком богат для этого! Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».